Еще раз приветствую вас. В этом видео я покажу вам, как перевести формат WAV в MP3 и обратно. Запускаем Adobe Audition. Вставить аудио. Давайте выберем какую-то другую песню. Послушаем, что мы выбрали. На данный момент эта песня находится в формате MP3. Для того, чтобы нам перевести эту песню в формат WAV, заходим во вкладку «Мультитрек», «Файл», «Сохранить как». Выбираем формат Windows PCM WAV. И сохраняем на рабочий стол. Проверяем свойства файла 36,8 мегабайт. Это очень высокое качество воспроизведения. У него есть свой минус. Такой файл занимает очень много места. Теперь мы этот файл удаляем, грузим сюда формат WAV с рабочего стола, тот же самый файл, только теперь он в формате WAV. Для того, чтобы перевести его в формат MP3, заходим в вид правки, файл, сохранить как. Как видим, формат на данный момент Windows PCM WAV. Выбираем MP3 Pro и нажимаем сохранить. Так, теперь мы видим, что файл формата MP3 занимает всего 8,35 мегабайт, а файл формата WAV занимает 36,8 мегабайт. Итак, в этом видео мы с вами разобрались, как перевести формат WAV в MP3 и обратно. Жду вас в следующем видеоуроке, где расскажу вам, как снять звук с видеоролика. На этом видео закончено. Пока!